8:36. Всем доброе утро. Я вам очень хочу показать вид из окошка. Ну все, начинается. Я накрасилась. Ничего необычного, просто сделала легкий мейк, чтобы выглядеть свежо. После вчера у меня укладка еще супер. Вчера мы виделись с ученицами 3-го потока со-дизайн. В Петербурге первый снег. Девчонки, всем привет! Я на всех камерах. Вот, типа, это для обычной. Блин, очень секси. Меня просто бесил этот мрамор ужасно. Я, типа, за счет... Там, если приблизишь, блин, я, вот типа, сделала текстурки там. Блин, все вот эти. Очень круто. Еще прозрачные этикетки. Боже, какой... А у вас только одна порода? У нас шпицы и их метисы. То есть чихуахуа и разные-разные. Я буду рисовать собачек в виде круассана. Блин, это классная идея, кстати. Она заказала сайт, я еще поверить поставлюсь. У меня там немножечко трясется все. И она такая, да, она мне вообще не хочет. Надо было больше ставить. 38 без сайта. Это альбом, который сделал мне мой молодой человек на год с наших отношений. Офигеть. Как у них с мелкой моторикой, как он старался. Стас, ты молодец. И мы, получается, видимся уже даже спустя где-то 3-4 месяца после обучения. И это прям безумно мило. Мы уже стали прям подружками-подружками. И они столько всего интересного рассказывают, показывают, какие у них новые крутые кейсы. Я прям офигела, насколько круто. Вообще, по-моему, кринжатина. Я как вернусь с дел, расскажу вам, покажу вообще, почему я переехала, как это вышло, потому что это вообще отдельная трэш-история. Сегодня еще приезжает Катя, так что она будет жить со мной. Как будто бы никто уже не удивляется, да, что Катя живет со мной. У нас работа над проектом, над следующим потоком со-дизайн. Я как раз сейчас еду к Никите, чтобы мы дальше обсуждали все дела. Там очень много всяких рабочих моментов. Я немного отвыкла от этого ритма жизни, когда у нас каждый день съемки, каждый день, типа, мы работаем с утра до ночи. Но, если честно, это приносит какое-то уровень недовольствия. С Никитой мы прям офигенно сработались, потому что у нас довольно разный подход, потому что он очень структурный, спокойный. Для меня он безумно умный человек с какими-то гениальнейшими идеями и самодисциплиной. Я больше такая, типа, яркая, эмоциональная, энергетическая часть нашего проекта. И, честно, все прям получается очень круто, совмещать все эти полезные знания, умения и навыки и работать в таком отличном тандеме. Все стабильно. Он работает, я ем. А, это Соня Сосомак. Она занимается видеомонтажом. Так что да, на ближайший месяц я здесь.
почему я вообще переехала, как так произошло. В общем, в целом, из-за того, что мне не было и мне нет до сих пор 18 лет, я снимала квартиру, и у меня был договор оформлен на отца. Ну и, собственно, он меня заставил съехать. И все. Вали! Что, девчонки, экстренное включение. Я съезжаю из квартиры, у меня меньше суток, чтобы съехать. Мяу! Привет, дорогой видеодневник. Я выкидываю первую партию мусора. Скоро приедет Никита, он уже подъезжает. Будем собирать коробки и съезжать с квартиры. Сейчас мое настроение нормальное, типа. Все нормально, никто не умер. Вот такой вот. Ну и теперь я снимаю апарт-отель, здесь уже не нужно, типа мне ни на кого заключать договор, поэтому у меня проблем нету. Но собирать вещи за 2 дня и просто сваливать всеми своими пожитками, это было очень, ну как бы, скажем так, неприятно. Это его выбор, его жизнь не моя жизнь, я и без него отлично справлюсь. Погнали смотреть рум-тур. Так как это влог, убираться я не буду и покажу все просто как есть. Здесь у меня дверь входная, гардеробная, огромное количество шкафов, они все очень высокие, это прикольно. Здесь у меня вход в ванную комнату. Ванная комната выглядит вот таким вот образом, большая душевая, прикольная дырка для шампуней. Довольно приятное зеркало, прикольно, что у него есть подсветка. Здесь моя косметика, есть полотенце, все вот это выдано, даже фен выдан, но я взяла, естественно, логично свой. Дальше мы заходим и здесь у меня такая кухонка, она небольшая, но здесь есть и плита, и микроволновка, даже стиралка имеется, холодильник. Здесь есть некие приколы вот такого формата. Ну, в общем, в целом прикольно. Плюс барная стойка, здесь я обычно что-нибудь сижу, смотрю или работаю. Тут же большая кровать, 2 одеяла, что классно, потому что мы будем с Катей спать. Огромное зеркало, куча светильников. Вид у меня минималистичный на белую стену, но если вот так глянуть, то там красивые питерские крыши. Здесь у меня рабочий стол, там валяются шмотки. Я еще привезла колонку Алисы, здесь есть гладилка, сушилка, все эти темы есть. И если честно, мне здесь нравится гораздо больше, чем на прошлой моей квартире. Свою прошлую квартиру я снимала за 90 тысяч, получается, а здесь у меня 3 недели стоит 89, но при этом, если снимать не посуточно, а я снимаю посуточно, а ежемесячно, то там получается тоже около 90, и в принципе это неплохо. И здесь есть и коворкинг, и фудкорт, и все остальное, и как будто бы это гораздо круче вариант, чем у меня был. Тут я до 1 декабря, вы меня спросите, а куда потом? А я не знаю. Возможно, я перееду в Москву, возможно, нет. Ну, вообще желательно. Все хорошо. Главное, сейчас приедет Катя. Мы продолжаем работать над следующим потоком. Дел очень много. А вы кто? Наконец-то! Я уже не могу. Вот, я взяла не колечко, так как я видела, что ты там уже что-то там носишь. Вот я тебе взяла фюрерж. Ампакинг. Опа. Я просто решила взять вот в этом тканевом пакетике, а не в коробочке, потому что им можно протирать ювелирочку. Ну, вроде мы с тобой обсуждали, и ты говорила, там что их 2, да? Офигеть, так я же их в комплекте могу носить. Да, это я. У меня колечко, и теперь у меня еще будет... Не, ну это просто восторг. Офигенно, мне очень нравится, мне тоже сюда надо очень сильно. Мы начинаем работать. Мы сейчас с Катей редачим сайт, и у нас целая идея. Что за идея? Сейчас все расскажу. Мне кажется, что самое важное, чтобы любой дизайн запоминался. И вообще посрать, насколько он странный, непонятный и так далее. Если про него помнят, то значит вы сделали самую важную функцию. Вы запомнились у людей. И мы сидели над следующим потоком соцдизайн 4, потому что мы выходим как Форсаж. Форсаж 6, Форсаж 7. И думали, что можно сделать такого, чтобы это было запоминающееся, круто и интересно. И плюс это интересно и для нас, и для всех тех учеников, которые у нас будут проходить обучение. И к чему мы пришли? Мы с Катей устроили брейншторм и придумали тему с тем, что можно это сделать так, как будто бы
каждый из модулей — это какой-то бренд. На самом деле, самое крутое, что можно заметить у мировых брендов, это то, что их идентика считывается просто за секунды. Да, то есть, по сути, если будет шрифтом Gucci написано любое другое слово, вы все равно поймете. Точно так же, как и сочетание цветов, какая-то композиция, какие-то их идеи, да, условно, вы видите шмеля там зеленый и красный, и вы такие, типа, ну, лол, это Gucci, ничего другое. Опять же, которые вытаскивают свой дизайн, по сути, просто неординарными цветовыми сочетаниями. Вот эту бомбу от Vivienne Westwood, ее считает каждый. Точно так же, как и их шрифт с засечками. То есть он читается тут же. И это самое крутое, это вот пик дизайна, мне кажется. И, короче, мы решили сделать каждый модуль, как будто бы это отдельный бренд, отдельная сумочка, отдельный пакетик. И мы сейчас разрабатываем всю эту концепцию. Чем будет еще отличаться этот поток, кроме дизайна? Мы решили, что это будет обучение не только топлинкам, как это было раньше. Мы будем создавать не только сайты, а еще и другие услуги, которые могут предоставлять дизайнеры. Потому что помимо того, что вы можете делать сайты, вы еще можете делать карточки для маркетплейса, вы можете делать презентации, гайды, чек-листы, упаковку в соцсетях и другое. Это огромное количество. Плюс мы вкачиваем, у нас появился Никита, вы все уже с ним познакомились. А он у нас скачивает еще модули по продажам и по монетизации, чтобы находить клиентов стало проще. Какая философия? Больше услуг ты можешь предложить, больше клиентов ты можешь закрыть, больше денег ты можешь получить. А мы начинаем выходить на более широкий рынок. Вы у нас спросите, а когда начало? А начало уже скоро, в конце ноября стартует наш новый поток обучения Содизигн. Катя сидит и поставит, я сижу в бабке. Вот. Перед стартом обучения мы решили провести вебинар, на котором мы расскажем, как стать дизайнерами и как начать зарабатывать и брать первые заказы. Ну и, естественно, там мы откроем набор на следующий поток. Под видео я оставлю ссылку, по которой вы можете зарегистрироваться, и вы попадете в закрытый телеграм-канал. Там нужно просто заполнить маленькую форму, где мы еще подготовили урок помимо вебинара. Помимо новостей о том, когда стартует следующий поток, мы еще подарим вам целый урок. В этом уроке мы разберем три основные фишки, которые помогут вам закрыть первых клиентов. И о них обычно не рассказывают. Так что переходите по ссылке внизу в описании и увидимся на вебинаре. Ну а потом и на потоке. У меня референс. Вот что у нас получается на итоге. Это если что, 3D-модели, мы их будем редачить. Ну просто. Ай-яй-яй-яй. Я люблю эту женщину. Больше всех на свете вообще просто. Давай посмотрим. Я вам это не покажу, потом увидите. Переходите, регистрируйтесь. У нас еще сегодня в туду задизайнить худи Содизайн. Мы будем делать кучу подарков на обучение. Я, кстати, тоже держу в курсе. Мы дарим MacBook. Да. Офигеть. Вот, ну потому что дизайнеру типа прикольно, чтобы у нас ребята старались, чтобы да. ученики что-то Блин, делали. Слушай, это очень кайфово. Это мотивацию надо поднять. Да. Нам нужно задизайнить худи, потому что они тоже пойдут в подарок, ну и плюс нашей команде всей. Как будто бы да, как будто бы можно. Уже можно себе позволить, мы бренд. Не, ну восторг. Мы сделали пакет с мать его маслом. Мы идем кушать. Па-пара-пара-па-па. Пришли, ушли, ушли, пришли. Я сейчас буду заказывать лавку. Нужно купить продукты. Нам приехала лавка. Она любила воду. С возвращением домой, какие у меня красные смешные щеки. Уже пол первого ночи. По планам мы сидели дальше за программой обучения. Ну что, девчонки, время смывать макияж и идти ложиться спать. Если хотите попасть к нам на обучение, то переходите, регистрируйтесь на вебинары, там много полезной бесплатной информации будет, ссылка в описании. А также подписывайтесь на мой канал, я такая интересная особа, также у меня есть телеграм, соцсеть с картинками, в соцсети с картинками, я надеюсь, уже 50 тысяч, и, возможно, я вам попалась не просто так. Зачем-то же я пришла в вашу жизнь, и вы сейчас меня смотрите. Доброй ночи. Люблю, целую, всем пока.